Эта девушка может выпускать небольшое облако изо рта. Просто щелкайте языком внутри. А потом нужно сжать щеки, и облако готово. Смотрите. Эта русалка попала в довольно опасную ситуацию. Ей не хватило воздуха. Тем временем искусственный интеллект продолжает эволюционировать. Одна из новых нейросетей может качественно анимировать картинку. Этот ютубер сделал лазерную установку, которая управляется глазами. Чё, пацаны, проезд подорожал, да, в автобусе? Я не знал, но оказывается, есть теннис на льду. Думаю, сделать дымовую завесу на выходе футбольной команды была не очень хорошей идеей. Этот доставщик обиделся, что ему не дали чаевых. Оказывается, на свете есть люди, которые хотят себе веснушки. И оказывается, есть такой татуировщик. Этот парень очень расстроился из-за того, что его любимый ресторан закрылся из-за снежной бури. В Америке есть парковки, где запрещено парковаться задом. И этот ютубер решил сделать эксперимент. Когда-то этого морского льва спасли, но когда пришло время возвращать его в дикую природу, он этого делать не захотел. Именно вот так выглядят искусственные зубы в ультрафиолете. Когда хомяку не купили колесо. На этом все. Надеюсь, это видео сделало ваш день немного лучше. Очень скоро увидимся. Всем пока.